Компания «Башнефть» на заводе «Уфаоргсинтез» запустила новую установку по производству изопропилбензола. Объем инвестиций без малого 1 миллиард 900 миллионов рублей. Проект реализован на основе самых современных технологий. При этом большая часть оборудования – отечественного производства. «Башнефть» и «Роснефть» ведут широкую инвестиционную работу, инвестиционную программу. Может быть, не самый масштабный проект, безусловно, то, что мы сегодня с вами видим. Тем не менее, инвестиции достигли почти 2 миллиардов рублей. Это немало. Ну а дальше планы по модернизации, реконструкции предприятия очень и очень масштабны и значительны. Нам вместе нужно еще много поработать над тем, чтобы инвестиционное развитие было динамичным. Модернизация позволила увеличить производительность установки и нарастить выпуск изопропилбензола до 170 тысяч тонн в год. Реконструкция производства началась в 2016 году. Новый технологический процесс обеспечивает безопасное, экологически чистое производство, снижает расход сырья и энергоресурсов. В первую очередь в 10 раз снизятся стоки, практически убраны все токсичные вещества, которые в них были. В России подобную технологию применили впервые. Это самый масштабный на данный момент проект в нефтехимии. Стратегия компании «Роснефть-2022» подразумевает огромное значение для развития нефтехимии. И этот проект явился самым первым в развитии так называемого «Поволжского нефтехимического кластера». Крупные установки на Уфаоргсинтезе не запускали более 20 лет. Ситуация стала меняться, говорят специалисты, с момента вхождения «Башнефти» в структуру «Роснефти». В настоящее время есть планы продолжения модернизации производства. Это позволит Уфаоргсинтезу, который на данный момент является одним из лидеров нефтехимии в стране, выйти на новый этап развития.